Ребята, приветствую всех на своем канале, с вами Мангус. Мы продолжаем с вами развивать наш парк юрского периода. Так, в прошлой серии вот мы тут остановились на невыполненных заданиях. Нам надо вывести и выпустить динозавра вида трицератопс, 70% генома. Потом также трицератопса надо с показателем атаки 55 вывести, сфотографировать динозавра. Ну и доход от заведений гостей в минуту нам надо как-то развить до 2500. Насколько я это знаю, надо повышать это рейтинг нашим динозаврам, там больше динозавров вводить, чем больше рейтинг, чем больше видов динозавров различных, тем больше посетителей, и тогда они у нас все это делают. Ну, я хотел построить с вами, ребята, магазин все-таки и вывести нашего трицератопса. Так, давайте посмотрим по генам, что мы сможем ему добавить на атаку. Модифицировать ген. Так, вот у нас идет ген на атаку. Мы можем ему от нашего какого-то там жука использовать. У него атака увеличивается. Ну, падает немножко живучесть у него, да? Продолжить жизни 60. Так, ну, этот ген давайте используем. Давайте посмотрим, может, продолжительность жизни какая-нибудь будет у него. Есть или нету. Так, тут нету. Так, чтобы они подольше жили. Потому что... чем меньше у них продолжительность жизни, тем меньше они живут и быстрее умирают. Так, это у нас получается комфорт. 40%, пастбище, лес, популяция, общительность. 1,6, это что, 6 особей надо, что ли, сделать? Живучесть 72%, рейтинг 34%. Вот такой вот, это кажется, общие показатели. Ладно, давайте вернемся. Сколько у нас теперь он стоит модифицированный? 241 тысячу. Ну, осталось чуть-чуть подождать, и мы это задание можем с вами выполнить. Как раз получим денежку, и можно будет что-нибудь еще построить. Да, потому что нам никуда экспедицию не отправить, исследование ничего не изучать, а это все надо делать. Также надо будет нам построить новый загончик и уже выпускать там хищников и все остальное. В общем, надо, чем больше динозавров, тем больше посетителей, тем больше прибыль. Так, ну что, смотрим. Да, все, можем его вывести. Надеюсь, мы его с первого раза выведем, не забракуют нам его. И выполним как раз таки вот эти наши два задания. Это что у нас? А, спит. Я думал, умер, что ли, уже. Динозавр прям пугает нас. Так, единственное, наверное, можно тут еще кормушку одну им поставить, да, будет. Чтоб зрители наши со смотровой галереи могли видеть, как они питаются. Водоем, правда, далековато находится. Ну, ничего страшного, можно где-нибудь еще галерею будет поставить, чтобы они лучше видели наших динозавров. Ну или хотя бы давайте тут, ну, деревьев тут и так хватает, да, давайте тут поставим. Угу. Вот так вот пусть будет. Хотя не, давайте отменим деревья тут. Вот так вот. Просто поставим сюда, наверное, просто ландшафт. Так вот. Травки им засеем побольше. Вот так вот им побольше травы. Давайте посмотрим, это что у нас, пастбище, побережье. Давайте немножко побережье, что ли, украсим.
Вот так вот. Да? Какими тут, я не знаю. Что это такое у нас? Ну, какие-то типа кувшинки или что-то еще. Вот так вот сделаем им. А это что у нас получается? Заросли какие-то. Давайте посмотрим, что у нас тут за заросли. Если что, их удалим. Непонятно, что за заросли, не видно. Можно даже приблизить. Ну, такое себе. Какая-то травка непонятная. А это что у нас получается? Утес. Что за утес? Тоже непонятно, что за утес. Ладно, с этим мы дальше разберемся. Ну, вроде вот такой вот у нас получилось пастбище. Все, готов у нас динозавр. Давайте его выпускать. Так, отключение энергии у нас. Ну, мы видели, ребят, этого динозавра в прошлой серии. Давайте перейдем. Что у нас тут случилось? Кто выключил свет? Ага. Нам срочно нужны рейнджеры. Команда рейнджеров. Добавить задачу. И нам надо перезагрузить эту. Их и так уже много. Попробую следи за всеми. Но производство только и растет. Также надо, судя по всему, с вылечить вашей помощью нашего не еще то, одного динозавра. Считайте это просто наблюдением. Ну или предупреждением. Все. Сейчас нам тут электроэнергию починят. Приедут наши рейнджеры и вылечат нашего динозавра. Так, поручите командиру вылечить трицераптоса. Это мы сделали. Сфотографируйте динозавра. Тип поведения есть из кормушки. Угу. Но это надо как-то их поймать. Кстати, да, давайте я еще одну кормушку поставлю сразу. Например, я ее поставлю где-нибудь. Да, вот тут вот рядышком и поставлю. Мы тоже возле воды. Да? Да, вот так вот я ее поставлю. Все. Это есть. Доход от заведений. Сколько стоит у нас магазин? Магазин, ну, я его хотел вот тут поставить. Но для этого мне надо сначала убрать вот тут, я хотел воду. Так, если мы вот этим снести. Например, нет, сносить мы только можем здание, да? Понятно. Ландшафт мы можем изменить, например, это что у нас? Трава и все такое. О, вот этим вот мы можем выравнивать, да? Давайте вот так вот мы его выровняем. Электроэнергию сейчас починят наши товарищи. Так, что у нас тут? Радиус побольше чуть. Ну и почему он у нас не хочет тут убирать воду? А нет, убирает потихонечку воду. Надо, наверное, водить просто. Да, побольше вот так вот. Ну и немного выровняем нашу площадку. И поставлю тут где-нибудь магазин я все-таки. Одежды. Вот у нас как раз он есть. 120 тысяч стоит. Нам деньги позволяют. И вот тут я его поставлю. Так. Где-нибудь вот тут. Вот так вот. Только чуть-чуть разверну. И надо так, чтобы он у нас
дорогу не требовал наш магазинчик. Ну что, вот тут где-нибудь поставить? Угу. Ну, давайте вот так вот тут поставим, прямо возле смотровой площадки. Надеюсь, дорога не нужна будет ему. Ну, если что, как-нибудь ее там проложим. Так, электроэнергию нам починили. Сейчас наши рейнджеры должны приехать еще. Вон едет наш джип. Должны вылечить нашего динозавра. Давайте посмотрим, как они это делают все. Ага, с ружья там у него чем-то стреляют. Научный отдел всегда ищет способы упрочить наше финансовое положение. Получите прибыль в размере 100 тысяч в минуту. Давайте примем. У нас сейчас пока 75 тысяч. Ну ничего страшного, это мы все увеличим. Так, ну они за ним гоняются, стреляют, не знаю, попасть в него что ли не могут. Давайте перейдем в исследование. Нам... Больные динозавры не обнаружены. Все, вылечили. Задание завершено. Доисторическая жизнь. У меня получилось. Мы сделали шаг к получению чистых видов. Это настоящий переворот. Такое достижение не останется без внимания. Окей, заработали мы еще 1 миллиончик. Можем, кстати, как раз помогли, взять конечно. Задание там и так ясно. На хищника. Под моим руководством, думаю, из нас получится неплохая команда. Нужно это повторить. Я скажу, когда. Так, угроза динозавра, да? Давайте быстренько. Нет, не это я хотел, не это. Я был свидетелем тщетных попыток доктора Доа получить полный геном. Вот тут я хотел изучить вот это сначала. Она верит, что близка к успеху. Неужели она считает, что добьется того, чего не смог я? Так, и угроза динозавра. Где нам угроза динозавра? Вот это вот. Угрожает безопасности машин. А, напал на машину. Ну это альфа у нас. Плюс у него там атаки много. Ну конечно, машине досталось. Наверное, помял ее хорошо. Состояние 59%. Интересно, а как же тогда хищникам повышать эту кормушку-то? Например, менять. Так, тут у нас 7. 7. Тут 9. Ладно. С этим мы разберемся дальше. Исследование мы поставили или нет? Так, где у нас исследование? Я ж вроде поставил, да? Загоны. Да, улучшается у меня исследование. Все хорошо. Теперь можно также отправить ребят в экспедицию. В экспедицию. И давайте, наверное, возьмем вот этого цератозавра. Цератозавра мы возьмем. Так, все, вертолет наш полетел. И возьмем еще один контракт на нашего хищника. И контракт на задание. Вот у нас осталось одно задание. Больные динозавры представляют потенциальную угрозу. Вы повышаете уровень риска для всего проекта. Опять у нас больной динозавр где-то. А, теперь уже другой. Хорошо, вызываем наших рейнджеров. Добавить задачу. Давай, чини. Пополни запасы. Ну и пусть заодно запасы пополнят. Я обожаю шоу. А с динозаврами можно устроить такое шоу, какого планета еще не видела. Тематические парки очень зависят от посетителей.
А что привлекает людей больше, чем новые динозавры? Конечно же я. Ладно, я просто хотел сказать, что нам пора завести парочку новинок. Угу. Хорошо. Так, мне еще надо сфотографировать, как они едят. Но у меня тут два динозавра вот эти бегают. Надо будет как-нибудь выловить момент. Выловить момент нам. Так, я думаю, выведу еще пару наших вот этих динозавров. Давайте посмотрим, есть что-нибудь на продолжительность жизни у них. Вот, продолжительность жизни. Летучая мышь. Да. А если мы его уберем? Так, у них 51. А так 62. Да, давайте я использую этот ген, чтобы они подольше у нас жили. Что мы можем тут еще им сделать? Стойкость. Нет, это я не хочу. Мне что-нибудь с продолжительностью жизни. И больше у нас тут ничего нету, да? Получается. Да. Больше у нас тут ничего нету. Хорошо, такой вот мы тогда выведем динозавриков наших. С продолжительностью жизни Поймите, динозавры 62. не обнаружены. Так, одного. Я думаю, еще одного выведем. Да, давайте еще одного выведем. Отлично. В парке нет источников болезни простуда. Это хорошо. Дождик у нас тут поливает вовсю. Так, и пока у нас деньги есть, наверное, давайте построим еще тут где-нибудь для гостей. Нет, не это. Гостиницу я тоже хотел бы построить, только для начала я хотел посмотреть, что у нас по электроэнергии. Так, нам доступно еще 58, это хорошо, это хорошо. Давайте тогда строить все-таки гостиницу нашим гостям. Нам надо увеличить доход в минуту от посетителей, пусть они у нас еще. Так, вот тут мы ее где-нибудь сможем разместить. Нашу гостиницу. Так, вроде тут где-то, да, промелькнула синенькая. Что можем ее построить. Стоимость постройки в воде. Мы там что, воду не убрали до конца? Присутствуют помехи, помехи в воде. В воде. Давайте тогда деревья уберем. Просто не видно, где у нас там вода. Вот так вот. Так, и, наверное, подровняем еще немножко ландшафт мы. Чтобы поровнее был. Угу, вот так вот. Ну, вроде как должен у нас стать тут отель наш. Все равно его сюда впихну. Ага, во, вот так вот у нас может стать. Да? Да, вот так вот может стать у нас. Даже вот так. Ага, сюда уже не хочет. А вот тут вот хочет. Почему нет? Можно его сюда вот в угол пихнуть. Ну, давайте вот так вот его поставим тут и проведем дорогу от него. Раз. Так, и нам надо поставить дорогу. Вот так. И где-то примерно
Вот так. Все. Отельчик тоже построили. Все хорошо. Теперь у нас еще больше будет посетителей. Ну и можно тут повыпускать. Так, один у нас все-таки не вывелся, да? Одного выпускаем. Так, ну мы этих уже видели. Все, мы им только живучесть этому увеличили. Давайте попробуем еще одного вывести. Также такого же. Я, наверное, штуки по 4 каждого вида сделаю. У них и общение будет лучше, и может популяция, и там все остальное. Ну и зрители у нас потянутся. Так. Получите 50% генома цератозавр. Так, нам нужно окаменелости наши. И экспедиция у нас вернулась, да? Экспедиция у нас вернулась. Давайте ее обратно отправляем. Ну, обратно, наверное, нашего цератозавра. Так, тут 75 тысяч. А где у нас тут еще вот были? Тут 90 тысяч. Не, ну давайте тут. Тут дешевле. Пусть сюда летят. И тут вот у нас еще какая-то есть точка. Хуаянозавр. Ну, ребят, я буду его Хуаянозавр называть. С буквой Я как-то оно не очень произносится. Так, и мы можем же эти окаменелости наши повыводить, да? Что тут у нас есть? Церетозавр. Выводим. Выводим. Это мы тоже выводим. А это продаем. Продаем. Исследования у нас там, кажется, завершились. Электрический забор. Загон, да. Как раз для наших хищников. Так, ну, геномы пока не пойду я. Давайте тут что-нибудь улучшать. Что мы можем тут? Давайте наших рейнджеров. Скорость перезарядки. Давайте точность изучим им. А то они там... Динозавра по 10 раз стреляют, никак попасть не могут. Так, что там? А, готов у нас еще один динозавр. Давайте его выпускаем. Ну вот еще один товарищ в компанию нашим динозаврикам. Струтиамим. Кстати, ребята, тут их можно называть разными именами. Так что, если есть желание, пишите в комментариях какие-нибудь названия. Пишите, какого динозавра хотели бы назвать. И будем их называть именами. Так, этот спит. Все хорошо. Эти тут возле кормушки где-то бродят. Надо как-то мне встать и сфотографировать наших динозавров еще, да, как они у нас едят из кормушки. Так, наверное, надо так и сделать, да? Пока у нас денежка еще чуть-чуть подкопится. Потому что нам еще строить загоны и все остальное. И выводить этого хищника динозавра. Так, новый жизнеспособный геном мы завершили. Мы денег хоть получили, хоть за этот, а? Нет, это мы задание выполняем. Использовать этих существ как расходный материал или выставлять их как диковинки? Вон сколько у нас народу уже ходит. Уже в отеле тут живут. Все отлично. Так, что тут нового у нас появилось? Доступно новое здание, ограждение. Позволяет держать безопасно. А, ну это вот это вот наша... электрическая, да, можно вот тут вот заменить как-то. А, можно включить и заменить. Все ясно, можно обычный наш забор заменить на электрический.
Хорошо, с этим тоже разобрались. Ну, в общем, что там у них? Комфорт. Просто плохо не показывает, что у них там с голодом. Голодный он или не голодный. Так, у нас там экспедиция возвращается. Слышу, вертолет летит. Этот бегает. У нас... А, ищет воду. Ищет еду. В общем, давайте. Вызываю все-таки рейнджеров, пока деньги у нас копятся. Давайте управлять транспортом. Сейчас мы сами туда приедем. Ой, тетку чуть не задавил. Опять у нас отключение энергии. Да что такое? Так. Принимаю штурвал обратно. Давайте. Команда рейнджеров. Добавить задачу. Надо нам электронику. Опять восстанавливать. Опять она у нас тут. Где? Вот она. Все, пусть восстанавливают. Может тут им поставить еще это? Тут же ж мы можем... Что-то там изучали. Защита от отключения энергии. Давайте купим. Пусть стоит. Чтобы она меньше отключалась. Так. Есть. Думаю, вот на такой высоте более комфортно. Все видно, рейнджеры наши едут. А мы давайте просто наймем сейчас еще новую команду. Уж можем? Можем. Ой, мы даже еще одну можем. Так, это на базе, это... Давайте, которая на базе, вторую команду. Управлять транспортом. И поедем фотографировать наших динозавров, как они едят из кормушки. Толпы людей ходят. Так, а нам куда ехать-то? Так, это отель наш, да? Давайте проедем, посмотрим отель. Пока рядышком. Вот так вот он выглядит. Неплохое такое здание мы построили. Так, берегись. Берегись, берегись. Тут, кстати, надо будет посмотреть нам, как еще сигналом пользоваться. Там, когда игра грузилась, писала, что можно сигналом еще пользоваться. Так, только я хочу оттуда в лес уехать, чтоб меня наши трицератопсы не атаковали. А эти вот четвером тут бегают стаей уже. Уже хорошо так вот. Они все у нас делают. Так, ну режим фотоаппарата. Увеличиваем, вернее, приближаем камеру. Этот лег поспать, эти сейчас поедят. И может кто-нибудь все-таки у нас поест из кормушки. Внимание, нападение на транспорт рейнджеров. Что тебе тут не нравится? Прошел, так у нас попихал.
Итак, стали подальше. Ну, будет кто-нибудь есть с кормушки? Купаются в водоеме, воду пьют. Есть пока никто не хочет. Эх. Он ест. Но нам надо с другого ракурса это все сделать. Фотографируем быстренько. Где он? Вот он, вот он, вот он. Как он ест? Вот, эдмонозавр ест из кормушки, ищет воду и трицераптос. Все, есть у нас. Задание должно выполнить то, что есть из кормушки. Отправляем. Есть. И уезжаем. Наших динозавров, а то они... Вы сами это фото сделали, а? То они нас тут атакуют. Отлично, задание, ребят, мы выполнили. Так, все, дальше пусть они там сами уже ездят куда хотят. Надеюсь, мы денег подкопили немножко с вами. Ваши фотографии подходят. Отличная работа. Такс. Получите прибыль. Угу. Доход от заведений для гостей в минуту. Ну, уже за 1000 перевалил. Уже радует. Может, им туалет еще построить? Вот такой вот. Сколько он? 3 энергии потребляет. А у нас сколько энергии в запасе? 48. 48. Ага. Так. Давайте тогда, наверное, вот тут где-нибудь им еще также туалет поставим. Может, вот тут вот, на углу. Да? Как вариант. Раз, поели там, сходили, руки помыли, привели себя в порядок. Думаю, что так. Давайте поставим туалетик им тут. Вот такой вот. Сейчас развернем его. Вот в эту. Или прямо вот так вот. Вот наискось. Так вот на угол поставим. Думаю, вот так вот. О, отлично будет смотреться. Я так думаю. Не знаю. Ну, по крайней мере, я вижу это так. Может, вы это как-нибудь по-другому бы построили. Ну, меня устраивает это вот так вот. И хочу дорогу тут прям на угол вывести. Да что ты скачешь? Так, не знаю кто. Во, вот так вот. Отлично. Ну и где-нибудь потом с другой стороны еще поставим. Мы туалет. Так, отель у нас стоит, тут водоем. И вот тут вот на этой площадке, ребята, наверное, я все-таки сейчас попробую сделать загон для наших хищников, подготовить уже, да? Прям. Вот только боюсь, нам понадобится еще одна электростанция. Может, сразу ее поставить? Электростанцию. Так, давайте посмотрим, где мы это все можем разместить. У нас вот территория есть. Причем большая. Да, где-нибудь вот тут за зданием можно воткнуть. Давайте строить тогда еще одну электростанцию сразу. Про запас. Займитесь этим контрактом. Чувствую, мы оба об этом не пожалеем. А, ну это легкое задание. Мы его выберем сейчас, отправим экспедицию плотоядного
динозавра окаменелось и добыть. Так. А станцию мы построим где-нибудь. Угу. Нам нужно продолжать искать динозавров, которых мы могли бы приручить. Вот тут мы ее поставим. Мы сможем контролировать их, позволив им самим контролировать себя. Выстроить природную иерархию. Значит, нам нужно больше образцов, и эта экспедиция может помочь. Так. А нам там энергия ж не нужна, да? Нам просто его проводами подсоединить надо. Да, надо просто подсоединить проводами его. Так, давайте мы. Не то. Вот это вот. Ставим тут столб. Сюда подключаем. Потом отсюда. Давайте. Ну как-то. Проведем. А вот мы туда и проведем. Дальше. Вот так столб поставлю. Вот так. И вот с этим соединю. Все. Постройка у нас должна будет заработать. Осталось единственное провести дорогу. Но мы ее проведем. Вот так. О, кстати, у нас дорога тут можно поменять, да? Это что у нас за дорога? Обычная дорога, широкая, роскошная дорога, узкая, роскошная, широкая. Ну, обычную, наверное, дешевую поставим вот тут. Вот до сюда. Вот так вот. Все, пусть у нас вот электростанция будет еще одна, да? Требуется подсоединить дороги. А мы что, не подсоединили? Я ж соединял вроде с дорогой. А, вот где она соединяется. Все, понял. Понял. Где наша дорога? Вот отсюда мы ее. И вот сюда соединяем. Все, электростанция у нас заработала. Отлично. Постоянно этой мышкой крутить приходится. Что-то аж рука затекает. Так, можно отправить. Не можно, а нужно нам по заданию отправить. Опять в экспедицию. Так, цератозавр. Ну, давайте сюда его отправим. Новая экспедиция. А в центре окаменелостей мы можем с вами это все дело поизучать. Да, то, что нам привезли. Извлечь ДНК. И извлечь ДНК. 56% мало. Он, наверное, дорогой у нас в обслуживании, да? Давайте мы его, конечно, к нашим травоядным выпускать не будем. Хотя, почему нет? Поохотиться на них, посмотрим, как он. Сколько он у нас стоит? 550 тысяч. Да. Если его забракует, не выведется, это такое себе. 550 тысяч постоянно выкидывать на ветер. Ладно, это все понятно. Все ясно. Давайте потихонечку, ребята, все-таки строить загон для наших динозавров, потому что и так серия уже затянулась. Так, выбираем наше ограждение. Да, выбираем электрический. Вот в этом месте я поставлю вот так вот. Да, вот так вот поставлю. Тут у нас будет наша лаборатория стоять. Потом мы ставим вот так.
Тут вот так. Тут мы ставим вот так. Я такую небольшую сделаю. Вернее, небольшой загон. Это все мы подключим сейчас к энергии. Я думаю, вот так. Вот так. Так. Как у нас пойдет? Давайте пусть будет вот так. Вот так. А до сюда он дотянется? Ах, не дотягивается. Что-то я тут понахимичил. Понахимичил. А как мне это все удалить? Давайте. А, вот трактором, наверное, можно, да? Удалить. Вот это мы удалим. Вот это мы удалим. Вот это мы удалим. И по новой загон сейчас поставим. Да. Вот отсюда. Вот отсюда. Надо довести вот до сюда. Все. Соединили мы это дело, сделали. Ограждение мы с вами поставили. Теперь нам надо сюда протянуть электроэнергию. Сколько у нас электроэнергии в запасе теперь? 105. Требуется 26. Отлично. Просто отлично. Сейчас мы поставим, значит, тут столб один. Вот такой вот. Да, где-нибудь. Да, где-нибудь вот тут его с краю и поставим. Вот так вот. Есть. И протянем мы эти столбы как раз вот до сюда. Ну вот, все. Это мы с вами сделали. Теперь ставим лабораторию нашу. Так, окаменелось у нас. Выполнено благодаря вам. Прилетели. Отлично. Это мы продаем. Это извлекаем. Здесь можно преуспеть. Это извлекаем. Только обеспечив безопасность по высшему разряду. Это наша общая цель. И на Исла Матанцерос вы подаете пример всем нам. Держите. Награда ваша по праву. Хорошо. И отправляем опять экспедицию. Хочу, чтобы больше хотя бы 70% у нас этот саратозавр был. Так, где мы его можем? Вот тут, да? Все, пусть летят опять туда. Экспедиция. А, кстати, что у нас там по исследованиям? По исследованиям, по исследованиям у нас... Так, улучшение зданий. Давайте рейнджеров дальше прокачивать. Так, это есть. И теперь нам надо лабораторию Хэммонда поставить. А поставлю я ее... Так, сейчас развернем. Вот так, здание. Вот с этой стороны я его хотел поставить. Да, где-нибудь вот тут вот. О! О, вот тут вот можем его поставить, да? Да, вот тут мы его и ставим. Все, пусть оно у нас там стоит. И надо протянуть нам теперь дорогу, да? Дождь как раз пошел не вовремя. У нас как дороги строят, так постоянно идет дождь. Так, отсюда мы начинаем. Ага. Давайте вот так поставим. И немножко вот туда вот наискось мы ее сейчас выведем. Вот так. Где-нибудь вот сюда вот. Да, вот так вот мы ее поставим. Все, с этим мы тоже разобрались. Теперь надо нам поставить еще также смотровую площадку для наших людей. Сейчас мы все подготовим. Смотровая галерея.
тоже ее вот тут поставим. Да, вот так вот я ее думаю. Как раз и видно будет, как динозавр выходит. Тут рядом кормушку поставим, водоемчик небольшой. И тут до дороги недалеко. Так, давайте строить дорогу. Вот так. И вот с этой соединяем. Все. Сейчас нам тоже это построят. Так, ландшафт нам надо. Ландшафт. Давайте немножко деревьев вот тут поставим, да? Вот так вот. Вот в этом месте. Тут можно вот так вот сделать. Потом. Все это засеем травой по бокам. Вот так вот. Это есть. Теперь поставим воду. Это что у нас? Убрать, наверное, воду, да? Давайте радиус уменьшим чуть. Давайте воду поставим. Ну, как-то. Как-то вот так вот водоемчик я сделаю. Даже можно вот тут вот так чуть-чуть. Да, вот так вот сделать. И тут немножко так вот. Во! Ну, типа вот такое вот. Конечно, защита наших гостей – это дело первостепенной важности. Но на втором месте – развитие средств безопасности. И новый контракт поможет нам с этим. Так что рассмотрите его повнимательнее. Так, нам он предлагает увеличить прибыль от заведений для гостей парка до $500 в минуту. А у нас он 989 в минуту. Давайте мы его сейчас берем и сразу же выполняем. Сразу же мы это все выполним. А. Ну, он сейчас увеличится. Сейчас увеличится. Так, что там у нас окаменелось и прибыли. Прибыли. Так, это мы продаем. Это мы извлекаем. И это мы извлекаем. Есть. Так, исследования, что там у нас? Изучились. Не забываем про них. А, еще изучаются. Тогда отправляем экспедицию. Я думаю. Давайте еще раз на цертозавра слетаем. А потом уже хуанозавра будем летать экспедицию. Изучим его и также выпустим. Так, у нас 293 тысячи, да? Угу. Прибыль от заведений для гостей в минуту. Доход от заведений для гостей в минуту. Ну, посмотрим, как это у нас все будет. Так, исследование у нас завершено. Завершено. Давайте следующее исследование ставить сразу. Ну, я думаю, пока у нас там деньги копятся, ребят, на нашего динозавра, можно про этих динозавров немножко и почитать, узнать информацию. Так, это есть. Давайте сюда перейдем. Вот наши динозавры. Ну, гены читать не буду. Локации вроде тоже. Наверное, я буду читать только про динозавры. Ну, а это вне записи. Можно будет почитать для себя. Просто, если, ребят, вам будет интересно, и вы захотите, чтобы я читал все подряд, пишите в ваших комментариях, ставьте плюсики, и мы тогда будем все зачитывать. Это, если большинство наберется,
плюсиков, то будем все подряд зачитывать. Ну, а будет, кому будет неинтересно, могут это будет дело проматывать. Так. Струтиомим. Орнитомимид или птицеподобный динозавр, живший по всей территории Северной Америки. Свое название, означающее «похоже на страуса», этот двуногий ящер получил за длинные, хорошо развитые задние конечности, позволявшие ему быстро бегать. У него не было зубов, это были большие глаза, а передние лапы и когти длиннее, чем у других представителей его рода. Вот такой вот у нас первый динозаврик. Так, трицератопс наш. Благодаря большому костяному воротнику и трем рогам, трицератопс является одним из самых известных динозавров, что делает его популярной примечательностью. Его название означает «трехрогая морда». Трицератопс был травоядным. В 2010 году появилась спорная теория о том, что трицератопс был... Да, ученые вечно между собой там спорят. Так же, как и от чего произошел человек. Эдмонозавр. Крупный гадрозавр, утконосый динозавр, живший в западной части Северной Америки. Его название происходит от места, где его нашли. Эдмонтон на юге провинции Альберта, Канада. Известно, что на него, что в отличие от других гадрозавров, у него не было головного гребня. Ну тут вроде у него есть такой небольшой. Ну есть такие вроде динозавры, у которых там вообще там чуть ли не до хвоста этот гребень. Так, и наш... Цератозавр, хищник наш первый. Цератозавр крупный теропод. Прямо над глазами у него росли необычного вида гребни. Это вот эти вот что ли гребни над глазами? А на морде острый носовой рог. Его название означает рогатый ящер. Ну вот из-за этого рога, рогатый ящер, это он, наверное, как его, от него наши ящерицы эволюционировали. Уже в наших, которые в наше время везде находятся. Другой необычной чертой цератозавра был кожистый панцирь на спине. Понятно. Вот такая, ребята, информация кратко была написана. Зачитали мы про наших динозавров. Немножко о них узнали. Прибыль у нас что-то не растет. А нам надо вывести и выпустить цератозавра. Так, перейти к финансам. Ну, у нас 81 тысяча пока что. А что у нас не так? Так, что у нас не так? Рейтинг зданий. Видимость динозавров 49%, рейтинг пищи 45%. Я Клэр Диринг, и я уже бывала на этих островах. Я совершила несколько ошибок на Исла Нублар, но постаралась превратить их в ценный опыт. Я верю в наше дело. Просто нужно делать его как следует. Понятно. Тут, в общем, показывается механика, как управлять островами. Так, рейтинг напитков у нас, рейтинг веселья, рейтинг шопинга, рейтинг транспорта, рейтинг туалетов. Вот, не зря мы его там поставили. Да вроде все у нас нормально. А по динозаврам что у нас? Так, целевое количество уникальных видов 3 из 4. Целевое значение рейтинга динозавров 120. Угу. Нам надо рейтинг динозавров увеличивать, да? Чтобы у нас больше был это. Штраф разнообразия минус 13. Бонус за ландшафт. Штраф благосостояния какой-то. Модификации, соответствие, базовый рейтинг динозавров. Понятно. Все с этим ясно. Так, доход у нас 80 тысяч. Ну, я думаю, динозавра мы сейчас выведем. И все у нас будет отлично. Рейтинг повысится, повысится. Посетители, просто надо немножко подождать. Поэтому, ребята, для вас это будет секунда.
А я просто оставлю сейчас игру включенной и подожду, когда у нас накапает денежка. 550 плюс кормушка. В общем, 750 тысяч долларов нам нападает. И мы выпустим тогда с вами нашего первого хищника. Ребят, ну вот, осталось нам там 100 тысяч накопить денег, чтобы поставить кормушку для нашего динозавра сразу. Мы его выведем. Там привезли нам геномы. Я, кстати, поставил, чтобы их, ну, окаменелости извлекали ДНК, чтобы у нас больше шансов было, что произведется. Я думаю, может, возьмем еще контракт какой-нибудь, чтобы заработать как-то денег нам. Вот, например, давайте попросим новый контракт. А, достигнуть лимит контрактов. То я хотел вот у этого чувака еще взять. Понятно. Понятно. 680. А что нам там вывести динозавра? 84%. Давайте, модифицировать пока его не буду. Давайте будем выводить, потому что это тоже у нас занимает время. Сейчас выведем, выпустим его и посмотрим на него вблизи, на нашего цератозавра, на нашего первого хищника. Ну, эта площадка нам пока что доход не приносит. Думаю, тут надо будет тоже построить какие-нибудь магазинчики рядышком, чтобы нам прибыль от заведений увеличить. Ну и больше гостей будет ходить. Сюда пока что никто не ходит. В основном все ходят вот тут на наших динозавров. Смотрят, любуются. Их тут у нас тоже не так уж и много. Надо будет добавлять новые виды туда. В общем, развивать наш остров. Так, 189 тысяч. Сейчас еще чуть-чуть. Что у нас тут? 37%, 38%. Ну все, ждем, когда у нас он пройдет, у него инкубация. Надеюсь, у нас это не запорится. И мы его с первого раза выведем. Потому что денег копить опять, это очень долго на него, 550 тысяч. Ну, осталось вот чуть-чуть. Сейчас мы это подождем и выпустим. Итак, ребята, осталось вот 2%, 1. И все, он у нас готов. Готов у нас динозавр. Как раз мы денег накопили на кормушку. Выпускаем. Вот он выходит. Выходит наш хищник. Ох, какой красавец. Вы просто посмотрите на него. Вы просто на него посмотрите, какой. Ох, рычит как. Хотим, чтобы наши гости были всем довольны. Следим за тем, чтобы их потребности удовлетворялись. В каком-то смысле это похоже на заботу о динозаврах. Просто требований больше, а понимания меньше, да? Да, вот такой у нас динозаврик. Так, ну что, надо кормушку ему ставить. Где-нибудь вот тут вот, да? Я думаю. Выглядит очень даже неплохо. Мне нравится, как вы здесь все обустраиваете. Так, у нас есть кормушка для плотоядных. Ну, это такая обычная. Она 250. И есть у нас с живой приманкой. Давайте, наверное, с живой приманкой поставим. Уже хищник пусть охотится на. Вот такую. А потом, наверное, еще и такую поставим, да? Как денег накопим,
Мне все нравится. Так держать. Удовлетворенность гостей так. Вот наша цель. Пусть их радуют все мелкие и крупные детали в нашем парке. Особенно зубастые. Выпустили тут козленка. Что там он? Учуял его, нет? Голод у тебя просыпается. А? Голод, как там у тебя? Когда с голодом? Вы делаете дело хорошо, моя есть хочет, воды он попил. Я этого не забуду. Так, бежит, бежит за козленком, да? Давайте чуть-чуть отдалю еще, попробую вот так вот. О, где-то козленок там у нас. Ага, вот он, вот он. Вот он, козленок. Хап его. Раз, хоп, и проглотил. Да, не хотел бы я тут оказаться в этом загоне. Только наука решает быть или не быть чему-то. Иногда даже одновременно. Не хотел бы я оказаться с ним в одном загоне. Вот, и лег. И лег спать он. И он у нас лег спать. Ну что, ребята. В следующей серии, наверное, выведем ему следующую, еще одну пару. Да, завершили мы задание. Коммерческий парк. Получили за это 1 000 000. И нам стал доступен Дракорекс. Отлично! Новый динозавр. Наши посетители счастливы, их становится все больше. Вот почему все вокруг завидуют отделу развлечений. Наша работа приносит результаты. Согласны? Да, согласен. Давайте, наверное, сразу я выведу еще одного динозавра. Хорошо. Наши исследования тоже не стоят на месте. Конечно, я бы ни за что не призналась в этом Исааку. Спасаем. А я все слышал. Чтоб пару ему создать. Пару создать. И в следующей серии поставим еще одну кормушку. И выпустим нашего динозавра. И будем дальше там развивать наш остров. И исследовать новых наших динозавров. Так, да, нам вот карта экспедиции показывает, что нам вот тут Дракорекс теперь доступен. Если бы меня доступен. Было легко удивить, вам бы это удалось. Ну, я думаю, мы начнем с нашего Хуанозавра. Давайте сразу сюда экспедицию отправлю. Пусть они летят. Увидим сначала Хуанозавра, а потом же Дракорексом нашим займемся. Ну и получаем еще наш парк тут с разными магазинами и всем остальным. Будем как-то пытаться выполнить эти задания. Может, еще какие-нибудь новые возьмем. Ну и тут еще буду параллельно выводить по 2 вида. Кстати, можно даже сразу тут также поставить. Например, этих мы вывели. Давайте вот этих пару штук поставим. Пока у нас деньги есть. Да. Вот таких вот. Пока без генов, безо всего. С этими модификациями генов, может, потом. Задание будет какое-нибудь. Что-нибудь с вами повыполняем. Что тут у нас по кормушкам? По кормушкам. Ну, надо будет рейнджеров отправить, чтобы они их пополнили. В общем, ребята, на этом я серию свою заканчиваю. Продолжим в следующей серии. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.